ну, это не сработает, потому что когда джаматы, все мусульмане, они более изобретательны. Когда воюет бездушное тупое государство, а с другой стороны воюют люди с верой, я не мусульманин, да, но я должен признать их, так сказать, их заслугу в этом, да. А против тупого государства продажного с его законами воюют неравнодушные люди, пассионарии, они побеждают.